Государственном музее изобразительных искусств открыта выставка, посвященная Казанскому Богородицкому монастырю. Она приурочена к празднованию явления Казанской иконы Пресвятой Богородицы 21 июля и закладки памятного камня на месте возрождаемого Казанского собора в Богородицком монастыре Казани. Долгие столетия на территории нашего города располагался Богородицкий женский монастырь первого класса, который и хранил эту обретенную в 1579 году святыню. И выставка эта приурочена, скорее всего, к возрождению, ну, если не монастыря, то, по крайней мере, Казанского Богородицкого собора. На выставке представлены историко-мемориальные материалы, уникальные труды по истории монастыря, архитектурные чертежи, графические листы, фотографии, связанные со строительством и жизнью Богородицкого монастыря. Здесь собрано огромное количество исторического материала. Это и карты, это и планы, это и старые книги, которые являются, конечно же, документами историческими, очень важными документами, которые свидетельствуют о том, что все, что происходило когда-то, это было правдой, и несут вот эту информацию в наше время. Данная выставка собрана из множества экспонатов различных государственных учреждений, среди которых научная библиотека имени Лобачевского и музей Казанского федерального университета. Например, геологический музей имени Штукенберга КФУ предоставил минералы, из которых добывалась краска для окраса икон. Важно отметить, что данная выставка интересна не только с религиозной точки зрения, но и с художественной и научной. Она будет работать до 30 сентября. Аделя Валеева, Роман Самарин, Универньюз.